привет! С вами Коля Коробов и уникальное солнечное шоу Happy Hit Non-Stop на телеканале Европа Плюс ТВ. Успели за неделю соскучиться? Мы подготовили для вас новую порцию позитивных вибраций и крутых клипов, чтобы зарядить вас хорошим настроением на ближайшую неделю. За всеми известными музыкантами стоят великие вдохновители. А что вас воодушевляет на подвиги, творчество и стремление к своей цели? Пока вы думаете над этим вопросом, предлагаю вам дополнительный источник вдохновения – хорошая музыка. Поделюсь лайфхаком. Подбирайте себе плейлист под каждое настроение, и тогда даже грустные или загруженные дни не будут казаться вам такими тяжелыми. Клип на совместную песню Бекки Джи и Малумы можно смело назвать одним из самых стильных музыкальных видео 2019 года. Неудивительно, ведь режиссером ролика стал известный клипмейкер Дэниел Дюран. Он всегда работает с самыми известными латиноамериканскими исполнителями. Джонас Блу совершенно точно знает секрет создания горячих хитов. Его трек «Rise» вошел в топ лучших композиций лета 2018 года. Видеоряд к песне учел все каноны летних клипов. Живописные пейзажи Лиссабона, красивые парни и девушки и много там. Не так просто найти источник позитива, но раскрою секрет. Все дело в улыбке. Оказывается, этот простой жест настолько заразителен, что может поднять настроение всем окружающим. Достаточно один раз улыбнуться, и другие люди невольно начинают делать то же самое. Для тех, кто готов заряжать всех хорошим настроением, мы подготовили специальную рубрику «60 секунд улыбки». Идеала не существует. Так можно резюмировать сюжет клипа Мейбл на трек «Boyfriend». Певица решила поэкспериментировать и создать с помощью специальной программы прототип идеального мужчины. А что из этого вышло, смотрим прямо сейчас. А среди вас есть фанаты уличных гонок? Тогда клип Лиама Пейна и Джея Балвина на трек «Фамилия» вам точно понравится. Многие поклонники считают, что этот видеоролик – самая эффектная работа исполнителей. Настало время поделиться своим летним настроением со всем миром. Задействуй все свои таланты и творческий потенциал. Снимай максимально позитивные видео, публикуй их в Instagram, отмечай мой аккаунт и ставь хэштеги «Коля Коробов» и «Хит Нон-Стоп». Я выберу лучшие видео, которые попадут в эфир Европа Плюс ТВ. Этих ребят вы всегда узнаете из миллиона по уникальному стилю и необычным клипам. Группа «Шангай» всегда радует поклонников чем-то особенным. И ролик на композицию «Дизоле» не стал исключением. Если меня спросят о лучшем танцевальном клипе этой весны, я покажу видео Робина Шульца и Уэса на их трек «Элейн». Разнообразие культур, красота танца, чувство единства всех народов и забавная деталь, которая привносит в ролик изюминку. Что конкретно я имею в виду, вы сейчас поймете. Вот вы знали, что Шакира на самом деле брюнетка? Для меня этот факт стал настоящим сюрпризом, ведь все мы ее знаем как горячую блондиночку. Как ей лучше, судите сами. Клип на трек «Мегуста» подарит вам возможность оценить певицу в совершенно новых образах. На этой ноте наш Happy Hit Non-Stop завершается. Я, его ведущий Коля Коробов, прощаюсь с вами до следующей недели. Оставайтесь с нами на телеканале Европа Плюс ТВ и заряжайтесь позитивом с самыми зажигательными клипами мировых исполнителей. Всем пока!